Меня зовут Екатерина Александровна Хмелевская, мне 28 лет. Я композитор. Я слышу какой-то звук, и я точно знаю, какая это нота. Я была композитором с самого, можно сказать, рождения. Моя бабушка, любимая, купила мне игрушечный рояльчик. И за этим рояльчиком, не зная нот, просто по слуху, я подобрала все известные мне на тот момент песенки. Всякие «Посадули в огороде», там «Жили у бабуси» и так далее. А прямо через дорогу находилась музыкальная школа, в которую меня отдали учиться. Мне повезло с работой. Я преподаю в центральной музыкальной школе. Это школа для особо одаренных детей. То есть у меня учатся, по сути, вот маленькие Моцарты, у которых у всех абсолютный слух, которые сочиняют музыку. Собственно, я с ними занимаюсь как раз сочинением музыки. Для меня музыка едина, так скажем. Я занимаюсь самыми разными стилями и жанрами. Выступаю как классический пианист. И я пишу современную музыку, академическую музыку и какое-то там необарокко и минимализм, то есть в самых разных стилях. И кроме всего этого, у меня также есть и рок-проект. Если я получу приз, то я точно знаю, на что его потрачу. Я сделаю звукоизоляцию в своей квартире. Человек, способный видеть музыку глазами, Екатерина Хмелевская. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Что про вас известно, что вы красавица, но это видно у нас в телевидении, а не радио. Спасибо. Чем занимаетесь? Музыкой. Всю свою сознательную и бессознательную жизнь. Ну, на каких инструментах наигрываете? На фортепиано в основном, но вообще я композитор по профессии. Да вот. Ладно? Да. Пишете симфоническую музыку для оркестра? Я пишу симфоническую музыку для оркестра. Ее, кстати, играют в Большом зале консерватории. Классно, классно. Екатерина уверена, что способна понять, какую мелодию играет пианист, только лишь посмотрев на его пальцы. Ну, давайте это проверим, так ли это. Для начала я хочу пригласить в нашу студию человека, руки которого будут принимать в нашем опыте непосредственное участие. Встречайте талантливую певицу и пианистку Тину Кузнецову. Какая красота! Тина, привет! Сейчас я попрошу ассистентов надеть на участницу наушники с белым шумом, которые исключают возможность слышать звуки в студии. А Тина Кузнецова исполнит для нас произведение. Екатерина не будет их слышать, но попробует угадать по движению пальцев. Мы готовы услышать первую мелодию после того, как Екатерина наденет наушники и включит белый шум. Наташа, будьте любезны, подойдите сюда, пожалуйста. Давайте мы как-то попробуем удостовериться, что Екатерина нас не слышит. Тина, сыграйте что-нибудь. Не слышно. Не слышно ничего. Отлично. 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 Одобрено Натальей Рогозиной. Итак, мы готовы услышать первую мелодию. Начнем. Да, да. Это песня «Вернисаж». Это «Вернисаж». Раймонда Палса. Спасибо, Тина. Надеваем наушники и вторая мелодия. Спасибо. Сразу понятно. Сразу. И что же это? Ну, это до ми ре ми, до ми ре ми, до ми ре ми. А что это? И что же это? Это Иоганн Себастьян Бах, прелюдия до минор с первого тома Хатака. Я ее играла когда-то просто. Это правильный ответ. Видимо, Тина училась в той же музыкальной школе, я так понимаю. Прошу, третья мелодия. Заключительная мелодия. Надевайте наушники, пожалуйста.
это мелодия из передачи «В мире животных». Композитор Рамирес ее написал. Вам аплодисменты, это здорово. Это просто, правда, здорово. Синие аплодисменты. Я хочу эту штуку проделать. Наденьте вот наушники. Это опасный трюк. Я буду играть на рояле. Ага. Надеюсь, что вы сможете угадать, что это. Так, это из классики, полифоническая какая-то штука в си миноре. По-моему, это кусок из Баха откуда-то. Какого? Си минорного. Си минорного, ну да. Но это правда. Это двухголосая фуга Баха, си минор, это правда. Ну да. Это действительно так. Я в музыкальной школе играл. Ну как впечатление? Василий? На самом деле, на самом шоу и в исследованиях мы все больше понимаем, что мозг не так уж по отдельности воспринимает и зрительную информацию, слуховую. Недавно Послушайте, было... а вы все записываете, а потом будете писать научную работу, что ли? Мы-то тут блокнотик у меня развлекаемся. Есть. Да. Ну хорошо. Евгений. Я восхищаюсь, когда так виртуозно. Во-первых, владеет инструментом. Тина, браво вам. Вам браво. Совершенно потрясающе. Александр вообще молодец. Ну а что касается этого дара, вы умеете это определять. И это круто. Вы были в этом прям абсолютно уверены. Молодец. Круто. Аплодисменты Екатерине. Оль. Как мне кажется, это действительно такой профессиональный навык, который, ну, без которого просто невозможно, да. Катя знает практически, да, все классические мелодии, как они сыграны, на какие клавиши нажимаются, поэтому, мне кажется, это вообще абсолютно без труда было угадано. Аплодисменты Кате еще раз. Еще раз большое спасибо Тине. Класс. Класс. Тина Кузнецова, Екатерина Хмелевская. Удивительные люди на канале «Россия». Большое спасибо. Давайте продолжим удивляться.